С 19 по 20 декабря нефтекамские спортсмены посетили город Пермь, где состоялись Кубок Пермского края по киокусинкай карате среди мужчин и первенство Приволжского федерального округа среди юношей и юниорок. Среди мужчин, любителей и ветеранов второе место занял нефтекамец Антон Козлов. 27 декабря в городе Сарапул состоялось открытое первенство Удмуртской республики по карате киокусинкай среди юношей, юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие свыше 200 спортсменов из 10 городов Удмуртии и Татарстана. Чемпионами в своих возрастных и весовых категориях стали Шамиль Хаматнуров, Артем Тимиргалиев, Эльвира Байгузина и еще 9 призовых мест привезли с первенства нефтекамские спортсмены. За самый короткий бой был удостоен кубком Давид Рахимов. В общем зачете команда Нефтекамска заняла второе командное место.